Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Nissan X-Trail. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салоном. Салон мы разобрали, краткий обзор. Эти на полу в багажнике кое-где вибропласт присутствует. Также на задних арках по небольшому квадрату. Чему-то это одни из самых шумных вес в автомобиле. Крыша. Крыша, видите, голый металл. Смотрим, что у нас по дверям. Задние двери. Слышите, как гремят. Ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции. В принципе, в передних дверях то же самое. Пол в салоне. Видите, пару полосок в передней части. Готовим поверхности. Исправляем. Итак, закончили клеить первый слой в дверях на автомобиле Nissan X-Trail. Максимально обрабатываем поверхность. Слышите, как звенит. Уже не так звенит, вернее, металл. Более глухой звук передней двери. И также проклеили крышу. Смотрим дальше. Первый слой вибропласта на автомобиле Nissan X-Trail. Проклеен у нас в багажнике. Проклеены задние арки. Все тщательно прокатываем валиком. Двери я вам показывал. Также проклеили пол в салоне. Приступаем клеить второй слой шумопоглотителя. Клеить шумоизоляцию на автомобиле Nissan X-Trail. Проклеен у нас шумопоглотителем пол в багажнике. Проклеены задние арки. Проклеили пол в салоне. Проклеены двери. Приступаем собирать. Закончили сборку салона. Приступ полная шумоизоляция автомобиля Nissan X-Trail, ведь весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки, сборки салона мы не оставляем. Все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!